Привет, Марк. Как дела? А где твои одноклассники? Привет, Маринет. На сегодня уроки кончились. Все разошлись по домам. Как раз вовремя. У нас возникло окно, так что мы с друзьями будем в студии. Может, заглянешь к нам? Конечно. Почему бы и нет? И наконец-то дашь почитать, что пишешь? Да, ну не знаю, может быть. Отлично. Тогда до встречи. А вот Леди Баг и Великий Иллюстратор объединились против Королевы Оз. То есть злоиллюстратор? После того, как Леди Баг освободила его от Акумы, он стал супергероем. Злодей обернулся к свету. Классная мысль. Может лечь в основу комикса. Да, но я только рисую хорошо, а с сюжетами у меня туго. Тогда тебе нужно объединиться с писателем. Возможно, но я не знаю, кто этим занимается. Не переживай, наверняка кто-то ищет себе художника. Можно красную? Марк, ты пришел? Познакомься с ребятами. Это Марк, я вам о нем говорила, который всегда пишет. Простите, не хотел вам помешать. Добро пожаловать в 33-й класс, ты никому не мешаешь. Приходи, когда захочешь, на переменах или после школы. Здесь все создают то, что хотят и как хотят. Роуз пишет стихи для своей рок-группы. Роуз, познакомься с Марком. Привет, очень приятно, Марк. Алекс у нас по части стрит-арта. А Натаниэль? Любит рисовать людей в облегающих костюмах. Рад знакомству. Это место, где ты можешь говорить, что хочешь, и никто тебя не осудит. Ну, разве только в шутку. Я видел твои рисунки на сайте школы, но оригиналы гораздо лучше. Движения, выражения, их позы, они такие... Спасибо, мне приятно. Прости, но это правда. Я еще не видел рисунков настолько... Настолько повернутых. После того, как Леди Баг выпустила из него Акуму, он только ее и рисует, как будто ей есть дело до таких чудиков. Я же говорил, Хлоя, если у тебя есть проект, над которым ты хочешь поработать, тебе здесь рады. А если нет... Конечно, у меня есть проект, уникальный шедевр, переворот в искусстве. Вам посредственности такое и не снилось. Сейчас угадаю. Очередной коллаж из селфи. Что? Нет! Что за бессмыслица? Просто бессмыслица! Вы не доросли до моего искусства. Что ж, Алекс, если у Хлои правда есть арт-проект, досадно, что мы не дали ей шанса рассказать о нем, согласна? Ой, да ладно. Кстати, Марк, ты пришел как раз вовремя. Маринет рассказывала, что ты круто пишешь, а Натаниэлю как раз нужен сценарист. Я? Сценарист? Нет, я такое не пишу. Точнее, я не пишу ничего интересного. Простите, мне пора. Спасибо за все. Стой, Марк! Подожди! Марк! Дневник? Леди Баг? Сегодня я снова видела злоиллюстратора. Освободившись от влияния бражника, он стал настоящим супергероем, как мы с суперкотом. Из него вышел бы отличный напарник, но я стесняюсь ему это предложить. И не хочу говорить об этом суперкоту, потому что боюсь, что он заревнует. Это, конечно, не совсем правда, но читать очень интересно. Ты представляешь, Маринет? Леди Баг стала источником вдохновения. Ты талисман для людей искусства. Марк пишет как раз такие истории, которые рисует Нейт. Невероятно, им просто суждено вместе работать. Не это ищешь? Ты читала? Нет, ты что? Да, прости, я не могла удержаться. Мне так стыдно. Это все так глупо. Почему глупо? Сделай из этого комиксы. Попробуй объединиться с Натаниэлем. Вряд ли он это оценит. Сначала дай ему почитать, а потом уже делай выводы. А если ему не понравится, мне будет так стыдно. Придется менять школу, чтобы не сталкиваться с ним. Ну что ты выдумываешь? Послушай, он постоянно рисует Леди Баг, а ты пишешь историю о ней. О, у меня есть идея. Я дам ему почитать, не сказав, кто это написал. Если ему понравится, отлично, а если нет, мы просто ничего не скажем. Думаешь, получится? Попробовать стоит.